Приветствую вас, наши дорогие зрители. Сегодня такая большая посылка, такая пухленькая. Что здесь точно, я вот не помню. По треку искал, не нашел. Но догадываюсь, что это посылочка с магазина Том. А, нет, это магазин с магазина GearBest. Ой, я чуть не порезал. Я же как... Сейчас же сезон у нас поменялся. Я нашел уже другую одежду. И к новой одежде... Решил заказать новый рюкзак. Вот, заказывал я его с GearBest. Так, опа. Ну, тут и еще кое-что я заказал. Вот, но самое главное, то, что я заказывал, это рюкзак. Рюкзак у нас от компании Xiaomi. Ой, что-то тут все вываливается, падает, все сбиваю. Так. Вот такие лямочки. Тут что-то мягенькое. Спинка тоже мягенькая, как вы видите. Так, ну, давайте сразу покажу, что еще я тут заказал. Заказал вот такую штучку, губочка такая, да, для чистки паяльника. То я тут занялся квадрокоптерами всякими, и иногда надо паять что-то. И чтобы ножиком не счищать, вот такую губочку заказал. И еще один заказик был. Здесь у нас вот такие насадочки на шуруповерт, который позволяет выкручивать резьбу, которая уже разбита. Вот это предназначено для крестовой, а с этой стороны для плоской. Фотографии, наверное, приложу, чтобы было подробнее видно, что это такое. Ну и, наверное, кстати, когда придет шуруповерт, оп, проговорился, придет шуруповерт, мы протестим вот эти все штуки. Кстати, вот это даже не знаю, какой-то толстый, эти все одинаковые, это какая-то здоровая. Вот мы проверим. Я специально разобью какие-нибудь шурупчики, резьбу, и мы протестим, как они выкручивают вот эти штуки. Так, ладно, вернемся к нашему рюкзаку. Рюкзачок вот здесь вот тоже ручечка у нас мягенькая. Рюкзак сам небольшой, литров на 10-12. Давайте смотреть, что у него есть. Ну, такая бирочка на китайском языке. Все внутри оранжевенькое. Шито хорошо. Куча отделений. Между собой они мягенькие. Так, есть, значит, смотрите, первое отделение. Вот здесь откроем второе. Здесь, наверное, что-то типа для планшета. И какие-то небольшие тут ручка и еще что-нибудь. И последнее отделение. Так, где оно? Последнее отделение самое большое. Здесь у нас лежит гель. Так, ну, так она нормальная, не маленькая. И вот такое спинное отделение для, наверное, ноутбука. Спинка сама вот здесь вот идет, наверное, картон какой-то или что-то твердое. То есть, ну, форму должен держать. Сейчас я попробую чем-нибудь загрузить и, наверное, сделаю фоточки, как он выглядит на мне. Вот, на этом, наверное, все. Ссылочка под видео, как всегда. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, вступаем в нашу группу и до скорых встреч.